Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Умер российский телекомментатор Юрий Розанов. Журналисту было 59 лет. О кончине Юрия Альбертовича сообщил ведущий канала Матч ТВ Михаил Мусаковский в своем твиттер-аккаунте. Он отметил, что трагическая весть застала его перед началом работы, буквально за 15 минут до выхода в эфир. У Юрия Альбертовича было диагностировано онкологическое заболевание. В определенный момент наступило улучшение, появилась надежда, что Розанов оправится и вновь будет работать на телевидении. Но затем произошел рецидив. Однако даже в этой ситуации комментатор старался не терять оптимизм. Также последние 25 лет он страдал от хронического ларингита. Сейчас в сети россияне выражают соболезнования родственникам и друзьям Юрия Альбертовича. «Один из моих любимых комментаторов. Сил родным и близким», — пишут пользователи. Розанов освещал в основном футбольные события, чемпионаты Европы, Лигу чемпионов, АПЛ и другие. Работал на НТВ+, каналах ВГТРК. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.